Мультиварка, скороварка, мультикухня. У меня от этих слов голова кругом идет. Все-таки по старинке как-то удобней. Если плов, то в казане или, по крайней мере, в кастрюле. Если блины, то на сковородке, а если выпечка, то в духовке. Но пора апгрейдить свои кулинарные навыки и начать экономить время на готовке. Все-таки если можно сделать так, чтобы не следить за тем, чтобы каша не пригорала, и не собирать пенку с бульоном, то почему бы это не сделать? Для этого придется разобраться с названиями. Помогут мне в этом мультиварка Redmond Sky Cook, мультиварка-скороварка Moulinex Cook for Me и мультикухня от Redmond. Итак, мультиварка – это по сути обычная кастрюля, только модернизированная, с трубчатым электронагревателем внутри или индукционным нагревом. Скороварка работает плюс-минус так же, только вот с единственным отличием – повышенным давлением в чаше, которое и ускоряет процесс готовки. Еще на них есть специальные клапаны. В мультиварке он один и нужен для выпуска пара. В мультиварке-скороварке два – один рабочий для поддержания высокого давления, а второй предохранительный – он фиксирует крышку и сбрасывает пар. Мультикухня – это уже совсем другое дело. Можно сказать, что это усовершенствованная мультиварка со сковородой, контейнером для приготовления блюд на пару и рядом дополнительных функций. А еще на варочную поверхность можно поставить чайник, турку, кастрюлю и тем самым совсем перестать пользоваться плитой. Внешние приборы очень похожие. Мультиварку-скороварку от мультиварки отличают вот эти ушки. А в мультикухне есть еще вот эти приборы. Но по функциям мультикухня значительно отличается. Любителям жареных крылышек, стейков, да и вообще мяса, а еще сырников и блинчиков, стоит присмотреться именно к мультикухне. Как-никак, тут есть сковородка. А еще тут плоский тен, а значит, масло будет равномерно распределяться по поверхности и блюдо будет сочным. Ничуть не жирным и таким, что можно будет есть даже если вы на диете и даже после 6 вечера. Конечно, можно пожарить и в мультиварке, но есть нюанс в виде закрытой крышки. Именно поэтому, как ни старайся, но добиться той самой корочки, от которой происходит обильное слюноотделение, уж очень сложно. Хотя можно пожарить и с открытой крышкой, почему нет, вариант же. А вот если жареные блюда вам не по вкусу, а больше по душе тушеные, запеченные, приготовленные на пару, тогда стоит остановиться на мультиварке-скороварке или мультиварке. С выбором между двумя последними все немного сложнее. С одной стороны, мультиварка-скороварка готовит быстрее, нежели мультиварка, либо же мультикухня. А с другой давайте сначала посмотрим, насколько быстрее, а потом вернемся к этой стороне. И правда, готовит быстрее. Вопрос только в том, насколько существенна эта экономия времени. В общем, решать не мне. Вернемся к другой стороне. Если забыли посолить, то нужно будет дождаться, пока еда приготовится, и уж только потом солить. А если забыли добавить что-то, то значит не судьба. Все дело в том, что если открыть сразу, как только вспомнили, то все настройки и программки слетят, и нужно будет еще раз настраивать. Кстати, отличается и консистенция блюда. В мультиварке она тушено-варено-пропаренного вида, зато с максимумом полезных свойств. Количество программ, а также особенности и характеристики кухонных помощников разнятся в зависимости от моделей. Если коротко рассказать о тех, что у нас представлены, то в мультиварке 151 программа, 17 автоматических и 134 ручной настройки. И еще очень крутая штука в виде возможности управления смартфоном. Есть антипригарное керамическое покрытие Anatta, которое идеально для диетических блюд и простое в уходе. Мощность 1000 Вт и чаша объемом в 5 литров. В мультиварке-скороварке 50 автоматических программ, чаша на 6 литров с керамическим покрытием и мощность 1200 ватт, а в мультикухне 42, 16 из которых автоматические, тоже антипригарное керамическое покрытие, чаша на 5 литров и мощность 700 ватт. Хоть это и самая низкая мощность, для кулинарных подвигов этого достаточно. В общем, если нужен огромный выбор режимов, то мультиварка то, что нужно. Если хотите готовить быстро, тогда стоит остановиться на мультиварке-скороварке. А вот если хотите много режимов, поверхность для кастрюли, чайника, сотейника, тогда стоит присмотреться к мультикухне.